Эльдар Ахметсагиров живет здесь с 90-х годов. По его словам, в последние годы часто возникают проблемы с электричеством. Обычно осенью бывают перебои. На днях же трансформаторная подстанция вышла из строя, из-за чего без электричества осталось 460 участков. Без света и электричества очень тяжело, особенно сейчас, когда начинаются холода и быстро темнеет, отметил Эльдар Ахметсагиров. А ведь все услуги он оплачивает вовремя. Я живу здесь много лет. Ну, всегда свет было. Вот в последнее время только чего-то было. А так остальные все нормально. Осенью так бывает, и потом это перестает. С электричеством проблемы начались 2-3 года тому назад, отметил исполнительный директор СНТ «Кузнечный». По его словам, люди начали строить дома, подключать теплые полы, а на это не были рассчитаны киловатты, поэтому стало потребляться больше электроэнергии, в результате чего возник сбой оборудования. Также есть люди, которые не платят за потребление света. Их общая задолженность составляет 244 тысячи рублей. В настоящее время с помощью исполнительного комитета Тукаевского района и сетевой компании удалось решить проблему с подстанцией. Выделили подстанцию новую, взяли мы ее в аренду. Вот теперь будем оплачивать еще аренду за подстанцию. Ну, думаю, все равно электричества не хватит. Подстанция не шибко мощная. И тут не одну надо, две надо ставить. Расстояние большое, почти 1600 метров. И поэтому эта подстанция не рассчитана на такой километраж, отметил Виктор Шварцкопф. На данный момент правление общества обсуждает возможность установить вторую подстанцию, которая решила бы все проблемы. Но, как показала практика, не все дачники готовы это оплачивать. Всего же на территории Кузнечного зимой проживает 18 семей. Айзеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзеин, новости, Набережные Челны.